Мы с Кириллом идем в школу. У нас так похолодало, я прям куртку сегодня одела. Кирилл, привет. Привет. Идем в общую школу. Всю ночь шел дождь, а сейчас прям небо такое у нас голубое, солнышко светит, но все равно прохладно. Отвела я Кирилла, все-таки решила помыть голову. С утра встала, собрала хвостик, думаю, похожу до конца дня. Вечером помою, накрасилась. Сейчас отвела Кирилла, пришла, думаю, нет, помою голову. Это что ж такое, солнце светит. Не могу ходить с грязной головой. Вот, освежилась, ничего, потом повторно накрашусь, ничего страшного. Солнышко на улице, но немножко прохладно. Вот. У нас такая новиночка дома. Я вам говорила в предыдущих влогах, что из Домру нам звонили и сказали, что нужно заменить роутер. Вот, и мы согласились. Сейчас я вам его покажу, такой крутой по сравнению с бывшим, со старым. И у нас теперь есть 5G интернет, прикиньте. Я даже сегодня, вчера, когда я вечером особо не заметила, ну, вечером только подключили, ну, думаю, вроде... Раньше так и ловила. Вот. А сегодня утром встала. Мы на ночь его выключаем. Вот. И утром... Обычно я включала вот старый, который у нас был. И он около 5 минут, наверное, он вот это вот включался. Вот. Включишь его, ждешь, когда же он там уже запустится. А этот я включила, и сразу слышу, на телефон начали приходить вот эти оповещения. Пиликать. В общем, пока что нам нравится. Вот, по цене. Не помню, сколько он стоит. 2 с чем-то. 2600 или что-то такое. Можно заплатить сразу за него. Можно платить год. Можно платить 2 года. Если платить 2 года, то по 150 рублей в месяц. Но мы решили платить. Зачем мы будем 2 года тянуть? Вот это за хвост. Мы заплатим. Мы будем платить по 300 рублей год. Вот. Конечно, можно было сразу заплатить эти 2500, но у нас нет такой возможности сейчас просто за интернет такую сумму отдать. А так по 300 рублей за год мы выплатим все. Сейчас я вам покажу такой прям космический аппарат какой-то. Вот такой вот он с 4 антеннами. Тут, в общем, он принимает 2 сети 5G и какой-то, ну, обычный, да, какой раньше был интернет. И когда мы начали подключать, он показал в телефоне, что он нашел две сети. Просто не все телефоны берут 5G интернет. Наши, слава богу, взяли. Даже детские телефоны взяли 5G. Вот, он показал, к чему подключиться, и мы подключились к 5G. Вот. Так что вот такая вот красота. Вчера быстро, буквально 15 минут, он все сделал. Подписали договор, тут все, короче. Сразу заплатили мы на счет Домру, перечислили 300 рублей сразу. А вот эту штуку он сказал выкинуть просто. Он ее как бы списал, как неликвидное оборудование, хотя он рабочий. Мне кажется, это как-то расточительно получается. Можно было, например, его пустить куда-то на запчасти, да? В том же Домру. Как-то не знаю, блин. Он же рабочий, он работал хорошо. Wi-Fi у нас нормально работало все. Не знаю. Сказали выкинуть. В общем. Ну, вот этот, у меня муж хозяйственный. Это 12-вольтовый вот этот вот блок от него. Он сказал, что его не выкидывать. Он ему нужен для чего-то. Поэтому мы вот этот блок оставим. Это, ну, выкинем, что теперь делать. Сказали выкинуть. Хотя можно было, не знаю, на запчасти куда-то пустить. Как-то не с умом это все делается. Напишите свое мнение насчет этого.
Хотела вам еще прикол показать. У нас Кирилл научился писать сам себе, диктует слова и по буквам пишет. И вот он написал список продуктов и сказал: «Мама, когда пойдешь в магазин, возьми этот список и купи». Вот яблоко, лук, банан, курица, мука, перец. Вот только в арбузе ошибся, арупс написал. Вот, сода, тыква, самые нужные вещи написал ребенок, особенно сода. Ну, молодец, конечно. В школе учат их, мне кажется, нормально. Учитель хорошо информацию преподносит, и он вообще не умеючи писать, ну, просто отдельные буквы, да, писал. Вот, за 2 месяца он уже вот, диктует сам себе и записывает слова. Вот, потому что часто их домашнее задание дают перепечатывать просто какой-то текст с книжки, и вот он перепечатывает, и таким образом научился писать. Но они, конечно, пишут уже письменными буквами, но у них есть тетрадка по азбуке называется, где они вот именно печатают, рисуют схемы слов, схемы предложений, гласные, согласные, такое вот все. Так вот, интересно. Написал. Приколист. Это продуктовая корзина от Кирилла, да? Немножко навела порядочек. Сейчас буду монтировать влог. Время еще есть у меня много. Полно. Вот не пойму, откуда взялась вот эта фигня. Яндекс.Маркет. Само по себе что-то скачалось. Вот, ладно. Буду сейчас скидывать файлы с телефона на компьютер и монтировать. Так, смонтировала я видео, сохраняется сейчас. Сейчас буду приводить себя в порядок. Ой. И через 1:20 пойду уже за Кириллом. На улице вроде распогодилось. Не знаю, не смотрела, сколько градусов. Вот. И, кстати, нам вчера включили отопление вечером. Так что у нас теперь будет тепло, жарко. Потому что на улице не очень-то и холодно. И включили отопление. Теперь будем постоянно проветривать. Вот это каждый год такое бывает. Включают отопление, и у нас начинается жара. И мы отапливаем улицу, получается. Вот. Ладненько, машиночка у меня стирает. Все дела я сделала, такие домашние. Сейчас немножко посижу за компьютером и буду приводить всех в порядок, собираться за Кириллом. Иду за Кирюшей. Джинсы одела, как-то некомфортно все равно. В спортивках поудобнее. Передавливает, все неудобно. Когда уже это все закончится? Иду, погодка хорошая, тепло так. Но все равно в куртке. Забрала Кирилла, зашли в магазин, купили хлеб. Такой, как обычно. Батон. И взяла вкусняшек. Это чай попить захотелось, такого вот рулетика химического. Вечером чай попить. И вот такие вот взяла вкусняшки. Еще Костику на подарок. Знаете, я буду собирать машинку ему из сладостей. Вот увидела вот такие какие-то конфетки. Вот. И 4 чупа-чупса взяла. Тоже. Так что вот так вот. Хлеб 21 или 20 рублей, не помню. Рулет 19 рублей, кажется. Вот эти штучки по 14 рублей. Не помню уже, честно. Или по 10 рублей. Вот. И чупа-чупс по 8 рублей. Вот. Так что вот так вот. Наконец-то я одолела этот болгарский перец, который муж привез. Чашечка такая получилась. Нашла среди перца 2 баклажанчика маленьких. Вот, перечистила. Сейчас помою, порежу. И заморожу. Костя пришел. Привет. Привет, Костя.
Все хорошо у тебя? Ну да. Раздевайся. Так, и вот оставила я 5 вот таких перчиков. Это на поделку в школу. На тему осень. Так, все, сейчас это помою, порежу. И буду кормить детей обедом. Закончила я с перцем. Получилось у меня 2 пакетика перца. Вот. И 3-й пакетик. Здесь у меня вот эти 2 баклажанчика и перчик тоже. Вот, если рагу готовить, сразу будет такая вот смесь. Все, и отправляем это в морозилку. Что? А вот это. Бери ручку. И что? Хватит. Выключи. Пока. Кто еще? Кто еще? Кто еще? Кто еще? Не-не! Выходи! Сидел мальчик на стуле. Он упал, попросил папу, попросил папу потянуть. Садись. 2. Это школа у тебя? Да. А это что за листик висит на диване? Доска? Да. На стол все падаете. В угол. Кость, покажи свой рисунок. В угол тебе. Ну поближе, покажи, так что не видно. Сейчас урок музыки. Это как называется? Хохломская, в списке даже тут написано. Угу. Ну, да, будете раз. Петь вот такую песню. Какую-то песню. Аня, сейчас урок математики.